Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я верю в себя и знаю, что сегодня смогу достичь своих целей. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что вы обязательно достигнете того, что задумали. Ну а теперь послание небес на 30 мая. Окружающее пространство. Через это послание ангелы хотят донести до вас такую информацию. Состояние окружающего вас пространства влияет на сознание, мироощущения, мысли, эмоции и жизнь в целом. Сегодня все больше людей узнают об уникальной силе чистоты. Привычка к порядку наводит порядок и в мыслях, и ведет к ясности ума. Поэтому так важно поддерживать чистую обстановку вокруг себя. Ко всему прочему, имеет значение количество вещей в доме. Чем меньше, тем легче проходит уборка, а значит проще держать дом в порядке. Захламление пространства блокирует жизненные силы человека, способствует застою энергии и ведет к усиливающему упадку силы и депрессии. Сейчас ваши небесные покровители призывают вас распахнуть окна и впустить в свой дом поток свежего воздуха, избавиться от залежей хлама, оставив только то, чем вы действительно пользуетесь. Вымыть полы под соленой водой, чтобы очиститься от негатива и почувствовать прилив бодрости. В результате вы ощутите легкую радость на сердце и улучшение во всех областях своей жизни. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. Я дышу свободой и умиротворением и наслаждаюсь каждым моментом жизни. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни обязательно будет все благополучно.